Вода в Нижнем Новгороде чище, чем в других мегаполисах страны. Это подтверждает Роспотребнадзор. Причиной тому активная работа водоканала. Все водопроводные станции в столице Приволжья обеззараживают жидкость озонированием или ультрафиолетом. Процент нестандартных проб по микробиологическим показателям за 2015 год составил 0,8. То есть, видите, менее одной пробы из 100 не соответствовал по микробиологии, а по химическим показателям 1,6%. Это уже очень довольно хороший показатель. Так, в прошлом году нижегородцы подали в Роспотребнадзор всего 53 жалобы на холодную и 160 жалоб на горячую воду. Это крайне мало. Претензии к качеству воды предъявляют в основном жители Нижегородского и Советского районов. И делают это не без оснований. По микробиологическим показателям похуже дело обстоит в Советском Приокском районе. А по химическим показателям лидируют Советский и Московский и Сомовский район. Дело в том, что вода из водопроводной станции выходит чистая, но она может загрязняться в пути, ведь большинство городских труб требует замены. Согласно рекомендациям Минрегионразвития, в мегаполисе нужно менять 5% коммуникаций ежегодно. В Нижнем Новгороде этот показатель составляет всего около 1,5%. Поэтому горожане для приготовления еды активно используют бутилированную воду, но она тоже может таить опасность. Если смотреть по производителям и по маркам, брали бутылки как новые, так и старые, и практика пока что если бутылка старая, то в ней уже что-то заводится, и ее лучше, конечно же, если у вас есть возможность выбора, не брать себе домой, а посмотреть та, которая выглядит, по крайней мере, новой. Пока нет нареканий только на воду, которая продается в автоматах. Мы сдаем с каждой партией, да, то, что касается аппаратов, все это происходит в соответствии с требованиями той технологической инструкции, которая согласована была, в том числе и с управлением Роспотребнадзора в Нижегородской области. Еще одна тема – фильтры, которые нижегородцы устанавливают в своих квартирах. С одной стороны, это благо, с другой – фильтр важно вовремя менять. Любое оборудование требует обслуживания. Ваш фильтр, если он задерживает взвешенные вещества, а с ними, кстати, и микроорганизмы, то через какое-то время он сам становится источником загрязнения воды. Поскольку если вы своевременно не меняете фильтр, то он начинает рассадником, по сути дела, этих микроорганизмов. И, кстати, все эксперты в один голос твердят, любую, даже самую чистую питьевую воду нужно кипятить. Только так себя можно максимально обезопасить.